Еще одним праздничным подарком для астанчан и гостей столицы стал фестиваль оркестров народных инструментов «Серпер». Мотивы казахских национальных песен и кюев будут радовать горожан с сегодняшнего дня по 6 июля. Насладиться игрой виртуозных мастеров могут все желающие. Сейчас на прямой связи с нами Марал Аманжолова. Она находится на городской площади, где проходит фестиваль. Марал, день добрый. Расскажите, что интересного сейчас рядом с вами. Добрый день, Лаура! Фестиваль оркестров казахских народных инструментов стартовал буквально несколько минут назад. Однако национальные мотивы уже создали атмосферу яркого праздника и украсили отдых горожан. На фестиваль в этом году съехались больше 300 музыкантов со всей страны и даже из соседней России. Со сцены прозвучат такие известные композиции, как «Адасара», «Арка», «Махамбет» и многие другие. Творческие коллективы сыграют на традиционных дамбре, куабезе и чертер. Ожидается, что мероприятие посетит свыше 3000 человек. И сейчас рядом со мной ценитель народной музыки Людмила Багапова. Добрый день, Людмила. Поделитесь, пожалуйста, своим настроением и впечатлениями от сегодняшнего концерта. Здравствуйте. Впечатления замечательные. Самые замечательные, насколько может быть. И настроение, естественно, прекрасное, потому что сегодня звучит самая наилучшая музыка. Самые наилучшие образцы нашей народной традиционной музыки, которые можно только услышать. Естественно, мы сегодня слышим образцы наших корифеев традиционной народной музыки. Это та музыка, на которой должно строиться все наше настроение и вообще строятся все впечатления. Очень хотелось бы, чтобы именно на образцах такой музыки шло воспитание нашего подрастающего поколения, потому что это очень важно. Без истории нет будущего, и без такой музыки, если мы не будем знать ее, будущее наше тоже сомнительно. То есть вы считаете, что подобные мероприятия как раз-таки прививают любовь к родной земле и благодарность предкам? Естественно, именно эта музыка учит нас любить, ценить, помнить и почитать ту музыку тех корифеев, которые ее создавали. Спасибо большое, Людмила, и с праздником вас! А я хочу добавить, что фестиваль стал традиционным в рамках празднования Дня столицы. Он проводится уже в четвертый раз. Помимо инструментальной музыки, творческие коллективы исполнят красивые вокальные номера. Завершится фестиваль грандиозным гала-концертом, который состоится здесь же, на городской площади, 6 июля в 16:00. На этом у меня все. Лаура. Благодарю, Марал. Наша съемочная группа находится на фестивале оркестров народных инструментов «Серпер».